Церковь обращается не к суете земного мира, а приглашает всех прикоснуться миру небесному. Но ведь это прикосновение имеет отношение не только к загробной жизни, не только к приуготовлению себя к Царствию Небесному. Это прикосновение имеет отношение и к нашей земной жизни. Потому что когда мы чувствуем присутствие Божие в сердце своем, тогда у нас появляется точка отсчета, система координат. Мы точно знаем, что можно и нужно делать, а чего ни при каких обстоятельствах делать не нужно. И сам Господь говорит о том, что иго Его благо и бремя Его нелегко есть. И мы, если мы в церкви через прикосновение к Божьей благодати воспринимаем это благое и совершенное иго Божье, то легкой и благодатной становится и наша человеческая жизнь. И даже в этой круговерти каждодневных обязанностей, в этой суете, мы вдруг начинаем осознавать присутствие вечного и неизменного в нашей жизни. И как бы крылья вырастают у человека, он обретает особое зрение. Он видит не на день, не на два, он видит далеко вперед. Он обретает силу и способность сопротивляться злу не только в своей личной жизни, но и в жизни общественной, и в государстве. Вот почему церковь, община спасаемых, является залогом спасения всего рода человеческого.